Загрузил 8 Citroёn C5 Aerocross. Длина 21.10, высота тягач 4.30, прицеп 4.40. Думаю, в следующий раз машину, которая за кабиной, я загоню передом, чтобы свес заднего бампера ее не выходил за металлическую часть тягача. Высота увеличится. Ну, думаю, 4.35 будет тягач. Но зато белую машину тогда можно будет опустить чуть-чуть ниже ее. И, соответственно, прицеп, высота уменьшится. Ну, думаю, на минимум на 5 сантиметров будет тоже 4.35.